Добро пожаловать в рубрику «Почти все об игре за 20 минут». В этой серии роликов мы популярно рассказываем о сложных играх. Играх, которые многогранны настолько, что одно их упоминание – это уже претензия на 20-минутный разговор. В таких роликах мы показываем, как работает игра изнутри, как в ней мыслит человек и от чего он получает удовольствие. Ранее в рамках этой рубрики мы рассмотрели ряд глобальных стратегий Paradox, ссылки будут в закрепленном комментарии. Именно с ними зачастую и сравнивают цивилизацию. Хотя редко учитывают, что термин «глобальная стратегия» присутствует только в русском языке. У наших англоязычных коллег есть два термина – 4X-стратегии для цивилизаций и пародий на них, и термин «гранд-стратегии», который используется для проекта в духе Европа Универсалис. За этими терминами стоят разные жанры со своими сильными сторонами и геймплейными особенностями. В этом же ролике мы будем придерживаться формулы жанра 4X и расскажем вам о том, что значит Explore, Expand, Exploit и Exterminate. Иными словами, коротко расскажем вам о Цивилизации 6 за 20 минут. Civilization Сида Мейера иначе называют цивилизацией или попросту Цивой. На самом деле исторически сложилось так, что серии игр Civilization и Age of Empires были изначально придуманы одними и теми же людьми. И поэтому неудивительно, что их концепты по столкновению разных цивилизаций с уникальными юнитами на одной карте и показ их исторического развития, прямо говоря, очень похожи. Правда, Age of Empires реализовали эту идею в виде стратегии в реальном времени. Цивилизация же при этом остается пошаговой. На настоящий момент Цивилизация — это целая серия игр. В ней были номерные флагманские части, продвигающие серию вперед, и на некоторых этапах были отдельные ответвления, которые носили экспериментальный характер. Шестая Цивилизация вышла в 2016 году, и с момента выхода она регулярно получала обновления. После понятного расширения игровых механик, она наконец обрела законченный вид в структуре геймплея. Сейчас же шестая Цива выходит на новый фронтир и будет пополняться контентом каждые 2 месяца. Уже доступна первая волна обновлений, которая добавляет в игру контент, посвященный истории американского континента. В игру также добавили новые цивилизации, Майя и Великую Колумбию во главе с Симоном Боливаром. Новые чудеса света, в том числе полулегендарные, например, источник вечной молодости, новые ресурсы, города-государства и, что важно, новый режим – апокалипсис. Знаете, нам лично очень понравилось, как эти вещи соотносятся. Ну, знаете, Майя, метеориты, конец света, апокалипсис. Поэтому демонстрационную партию мы сыграем именно такой. За новую цивилизацию в новом режиме, но со всеми классическими механиками. Впрочем, обо всем по порядку. На самом деле, игра в Циву начинается до непосредственного геймплея. Несмотря на то, что тут нет детального генератора своей собственной игровой цивилизации, вы можете настроить игровой мир. И в отличие от многих стратегий, большинство партий в Циву вы будете играть на карте, которая случайно генерируется. Хотя этот рандом вы можете заранее подкрутить. Например, можете косвенно влиять на вид, размер и рельеф карты, количество ресурсов и искусственный интеллект. Да, сейчас это могло прозвучать невинно, но попробуем объяснить. Именно в игровой карте и окружающем мире состоит различие между цивилизацией и большинством других стратегий. Мы привыкли, что в стратегиях прежде всего мы взаимодействуем с другими игроками или исполняющим их обязанности интеллектом. Мы мешаем друг другу исполнять задуманное и выйти вперед стратегически и экономически. Для этого мы ведем хитрую дипломатию, воюем и все прочее. Но при этом окружающий мир является лишь декорацией. Разборки между игроками на него никак не влияют. Ну да, теоретически приходится учитывать расположение рек и гор, но в итоге карта просто перекрасится в другой цвет, и все, больше ничего не изменится. Окружающий мир стратегии, как правило, статичен, зачастую в нем даже ничего не напоминает о ваших действиях. Хотя примеры влияния игрока на мир все же вспоминаются. Например, есть возможность построить Суэцкий канал в 4-й Европе, благодаря которому сильно менялись маршруты плавания. Ну или уничтожение планет в Stellaris тоже может считаться изменением мира. Хотя это все равно мелко по сравнению с тем, сколько геймплейных возможностей предоставляет карта в Циве. Игровой мир в ней – это не просто случайный набор гор и рек, которые определяют тактику боев и пути перемещения. Это набор возможностей, которые к тому же вы можете преобразовывать. И вот первый пример. У вас есть выбор, о котором игра заранее не предупреждает. Вы можете удалять леса или строить лесопилки, чтобы получить необходимые бонусы к производству в условном средневековье. Но если вы это сделаете, то в будущем на территории вашей столицы не будет девственных лесов, в которых могут гулять приезжие туристы. А вот второй пример. Вы уничтожаете деревья в средневековье и строите фабрики в индустриальную эпоху. Много фабрик, чтобы воевать с Англией. И вот через пару веков, когда война давно закончилась, общая температура планеты поднялась. Из-за этого растаяли ледники.
И когда они растаяли, у всех игроков появились новые морские маршруты для торговли и, конечно же, для переброски войск. Представляете, там, где раньше были непроходимые толщи льда, уже плывут ваши солдаты и торговцы. Но лед ведь превратился в воду, в очень большое количество воды. И вот уровень моря поднялся, а на дно уходит ваш коммерческий район. И столица противника. Подобных взаимодействий с картой и окружающим миром в Циве очень много. Из-за этого игра ощущается иначе, чем все, даже самые глобальные стратегии, в которых мир остается статичным. Впрочем, в новом режиме Апокалипсис все несколько преувеличено. Во-первых, здесь все катастрофы, связанные с естественными объектами типа вулканов, случаются чаще и носят более разрушительный характер. Во-вторых, всем фракциям дают возможность их инициировать не только косвенным путем, как было в примере выше, но и напрямую. Каждая цивилизация может нанимать предсказателя, очень оккультного юнита, который может повелевать силами природы и, например, призвать песчаную бурю, или там устраивать лесные пожары и прочее. К чему это приведет? Давайте же посмотрим. Вот мы появились в почти случайном месте на почти случайной карте. И это 4000 год до нашей эры. Абсолютно все цивилизации начинают с малого, отряда воинов, вооруженных палками, и поселенцев, которые заложат первый город. У всех цивилизаций есть свои особенности, которые надо учитывать при создании поселений. Например, Англия получает бонусы за освоение новых континентов. Мы же, майя, наоборот, должны строить города в небольшом радиусе вокруг столицы. Ну и как вы понимаете, мир, состоящий из островов, этому не сильно способствует. Но смотрите, как всех встречает новый режим. Прямо рядом с нами есть активный вулкан. Вероятно, это самая лучшая декорация для создания империи майя, ведь так? Особенно, когда сразу после освоения города происходит буря. А еще где-то за краем известного мира прошел метеоритный дождь. Да, такого в Циве еще не было. И пока мы будем осваивать ближайший мир, расскажем о том, как тут происходят партии. Вообще Цива условно копирует развитие европейской цивилизации в нашей истории и переносит его на все игровые фракции. Конечно, у всех есть свои особенности и уникальные юниты, но по замыслу разработчиков все идут по единственному пути прогресса. Некоторые исторические нелепости и следствия этого мы разберем попозже. Пока что важно лишь то, что исторический прогресс здесь имеет геймплейную функцию. Так, попав в новый мир, сначала вы находите себе в нем уголок и исследуете ближайшие окрестности. Мир, конечно же, тоже не пустой. Так, например, вы встретите либо естественные преграды, моря, горы, вулканы и все такое. Или же упретесь в искусственные преграды. Вероятнее всего, первая разумная жизнь, которую вы встретите, будет являться варварами, если их вообще можно назвать разумными. Это агрессивные дикари, у которых нет централизованной власти, и они просто грабят всех. Ну или же вы можете встретиться с так называемыми городами-государствами. Это такие небольшие города, которые не расширяются и сами не ведут политику, но которых при этом можно вассализировать. И лишь со временем вы встретитесь с другой цивилизацией, которая также постепенно осваивает новый мир. В нашем случае все так и произошло. Правда, первый же город-государство оказался в радиусе нашей столицы. То есть в единственном месте, где мы можем эффективно строить города. Что ж, нам его придется разрушить. И пока мы основывали города и строили первых юнитов, мы повстречали разведчика от Римской империи, которая мгновенно отмечает солидную площадь наших территорий. Ну, вы поняли, лично император Рима, Троян, высказывает почтение нашему территориальному размаху. А это дорогого стоит. Правда, оказалось, что в этом городе-государстве у него были послы. Мы же, в свою очередь, этот город уничтожили. Ой, кстати, знаете, как это все называется? Да, это внешняя политика. Внешняя политика в цивилизации – вещь странная и временами загадочная. С одной стороны, она позволяет устраивать вполне разумные связи между государствами. Сначала вы можете обмениваться информацией о расположении столиц, потом посылать туда торговцев и дипломатические делегации, чтобы удерживать хорошие отношения. А потом ИИ отправляет серьезное торговое предложение по приобретению вашего урана за банан. И это глупо. При этом лидеры фракций действительно преследуют какие-то цели. Кто-то заостряет свое развитие на создании шедевров искусства или чудес света, кто-то развивает науку, а кто-то строит большую армию. И это круто, когда чувствуется, что ИИ чего-то хочет. Впрочем, потом они начинают примерять свои взгляды и на вас, и в итоге получается, что у вас либо слишком мало армии, либо слишком много, и вы в любом случае в его глазах самый худший человек на Земле. Конечно же, это плохо. Будем честными, все эти странности можно преодолеть, если самому составлять торговое предложение и удерживать отношения в таком плюсе, что ИИ придется вас любить, независимо от того, что он о вас там думает. Но все же дипломатия, которая могла бы объяснять и мотивировать государство на логичное действие, в этой игре присутствует. Вот, например, как случилось у нас. Нам жизненно необходимо было уничтожить город-государство, в котором были римские послы.
Теоретически Рим мог вассализировать его и получить доступ к ресурсам, союзников в войне и так далее. Но мы-то город уничтожили. Рим обиделся и заложил уже свой город прямо у нашей границы. В месте, куда мы уже отправили поселенцев. Естественно, из-за того, что он сам построил город у нашей столицы, там есть наши войска, расположившиеся там после победы над городом-государством. Но Троян все же обиделся и сказал нам убрать войска от его границ, либо нам придется воевать. Ну а мы-то и не против. Ну что, видите, как изысканный искусственный интеллект выставил агрессором нас, когда он сам притащил свой город к нашим границам? Как вам такое искусство дипломатии? Возможно, мы бы могли стать хорошими союзниками. Римлянин мог бы нас защищать, пока мы строим космопорт. Но он сам вынудил нас напасть на него и выставил нас агрессором. Так, пока мы воюем с Римом и дальше развиваемся под постоянными извержениями вулканов, бурями и пожарами, расскажем о среднем этапе партии. Цивилизация — это псевдоисторическая игра. В ней вы проходите путь сквозь все эпохи от самых темных веков до ближайшего будущего. В игровом смысле это означает постоянную смену декораций и возможность отставания или наоборот технологического превосходства над другими державами. Со временем у всех базовых механик по освоению окружающего пространства появляется двойное дно и множество аспектов. Вы начинаете строить уникальные здания, например, чудеса света. Да, эти ваши майя умеют строить Эйфелеву башню и терракотовую армию в 16 веке. Для эффективной игры вам предстоит тщательно взвешивать то, какое здание и куда построить, а также учитывать время, которое уйдет на стройку. Сейчас вы, возможно, думаете, что это мелочи, но в далеком будущем наш город, последний возможный наш город, просто не успел построить дамбы на берегах моря окружающих провинций. В итоге все земли вокруг города затопило, а потом на город и вовсе прилетел метеорит. Также расширяется и спектр дипломатических отношений. Когда большинство цивилизаций познакомятся друг с другом, создается нечто в духе античного всемирного ООН. Там представители стран будут голосовать и использовать свой дипломатический вес для ослабления позиций конкурентов. Это действительно интересная механика, привет, Stellaris. Правда, у нее есть ряд минусов. На ранних этапах партии в Совете сразу участвуют вообще все страны, даже те, которых вы не знаете. Но как они тогда выносят решения в вопросах, которые касаются как бы всех или вас в частности? И как можно объяснить, что представители цивилизации не успели пообщаться? Также ряд решений мировой конференции звучит, прямо скажем, странно. Например, у нас страны решили, что будет очень круто, если 30 ходов подрывная деятельность шпионов будет действовать эффективней. Это, черт возьми, как? Ну, то есть все открыто согласились, что мы будем не просто пакостить, но даже будем помогать друг другу пакостить друг другу. И ладно бы это была логическая игра, но тут же речь о волнениях в населении. Обобщим. Во время начала партии вы создаете все условия, чтобы в середине игры было где развернуться. В средней части партии вы демонстрируете все свои экономические и дипломатические навыки, чтобы потом в конце игры реализовать накопленные производственные мощности к победной комбинации. Но в чем заключается победа в истории по версии Firaxis? В Циви есть ряд возможных побед в партии, каждая из которых предполагает свой стиль игры и набор действий, которые вам придется делать. Так, например, есть военная победа, для которой вам придется захватить изначальные столицы всех цивилизаций. Научная победа, в которой вам предстоит начать осваивать космос. Или же культурная победа, когда весь мир будет фанатеть от вашей национальной рок-музыки, истории, пляжей и музеев. И во время середины игры зачастую вы будете слабо ощущать свой вклад в одну из этих побед. Зато в конце события начнут резко набирать темп. Так, например, мы неумело неслись в космос. Мы представляли себе это красивой историей про то, как цивилизация майя, наблюдая результат своих предсказаний, хочет покинуть родную планету. Планету, где агрессивные римляне надоедают меньше, чем регулярные торнадо прямо в месте расквартирования войск. И казалось, все закончится хорошо. Мы успеем освоить космос раньше, чем Земля начнет мстить за все загрязнения. Но тут наступил момент начала конца игры. Было видно, что единственное, что нас держит на этом куске Земли, культура Австралии, которая тотально загрязняет планету, но в которую также ездят отдыхать все наши жители, и с которыми у нас был военный союз. Так, в переводе на игровой язык. Было ясно, что Австралия быстрее достигнет культурной победы, чем мы научной. Также начало конца ознаменовалось рядом глобальных катаклизмов. Воздух словно бы пожелтел, повсюду начались пожары, в том числе и на территории космопорта. Это была солнечная вспышка, она нанесла повреждения пятой части и без того невеликой суши, которая к тому же быстро уходит под воду. Часть же городов разрушается падением метеоритов. И вот в этот момент у нас оказывается ограниченное количество ходов, за которые можно хотя бы попытаться не проиграть австралийцу. Мы же майя были учеными. У нас было 4 ядерные бомбы и корабли-носители, с которых мы могли их запускать.
Также у нас были крутые оккультные мужики, повелевающие чем угодно, и нам потребовалось совсем немного времени, чтобы объявить формально беспричинную войну Австралии. К этому моменту мы заключили самые разные союзы со всеми державами мира. И поэтому никто не осмелился вступить в коалицию против нас, кроме Римской империи Трояна, который живет с нами на одном острове. Сначала мы попробовали с ним воевать привычными методами, но это было бы крайне долго. Тогда мы начали насылать на него пожары и бури, которые разоряли его столичные земли. А после, чтобы он окончательно вышел из войны, мы протестировали ядерные боеголовки на его городах, с дальнейшей оккупацией и полным уничтожением этих руин. Да, Троян вышел из войны, а апокалиптичный метеоритный дождь только нам помогал. Ну и пускай он уничтожил нашу надежду на спасение цивилизации в космосе вместе с главным военным городом, где был космопорт. Теперь важно было лишь одно – не проиграть самоупивающимся своей культурой австралийцам. У нас оставалось совсем мало времени. Нам пришлось резко создавать морской десант и отправлять его к столице. Мы смогли занять выгодную стратегическую позицию в море, с которой бомбы долетали до самых крупных городов противника. Но в этот момент завязалось крупное морское сражение. Подводные лодки Австралии по-прежнему курсировали моря гибнущего мира, но наши ядерные удары и опустошительные катаклизмы успешно откатили развитие австралийца к моменту конца времени. Ну, в общем-то, мы успешно выиграли в общей победе по очкам развития цивилизации. Вот такая вот получилась история майя в апокалиптическом мире. Теперь проанализируем. Во время игры в ЦИВУ ваше внимание будет постоянно к чему-то приковано. Вы будете делать разные действия и совершать короткие, но очень разные мысленные операции. Где-то нужно посчитать, где-то нужно оценить, где-то тактически подумать, где-то составить алгоритм и план Б, а где-то мыслить пространственно. При всем этом приходится также испытывать эмоции от успехов или провалов. Вероятно, вы заметили, что ЦИВА полна удивительных моментов. Но именно это разнообразие, происходящее в вашей голове, так приковывает к игре. Приковывает настолько, что автору вообще пора бы уже сдавать текст, который вы сейчас слышите. Ну что ж, вы можете нам не поверить, тогда давайте проверим наши слова. Сейчас мы спросим всех, кто играл в цивилизацию, написать в комментариях, сколько часов вы провели в игре. Потом все зрители могут прикинуть, насколько в среднем может затянуть эта игра. Предполагаем, что это будет намного убедительнее, чем любые наши заверения. На самом деле мы показали далеко не все, что вы найдете внутри игры. Мы рассмотрели лишь основной геймплей с новыми фишками. Неоспоримо, и комментарии под этим видео будут подтверждением, что у цивилизации сногсшибательный запас реиграбельности. Каждый раз у вас будет новая карта, разный набор цивилизаций и их лидеров, разный набор ресурсов и разные цели в партии. Да, осуждать реиграбельность ЦИВы невозможно, но мы ранее обещали вам немного критики. Когда ЦИВу позиционировали как тематически историческую игру, у части сообщества возникало много вопросов и недоумений. Давайте же пройдемся по нескольким. Во-первых, религии здесь сделаны крайне условно не просто потому, что протестантизм может появиться до реформации, а потому что в ЦИВе просто нет религиозных конфликтов внутри одной конфессии. А это важная веха в истории и дипломатии. Взгляните на 30-летнюю войну, преследование лоллардов или альбигойскую ересь. Во-вторых, знаете, никакого Симона Боливара и Великой Колумбии не могло быть без открытия, заселения и колониального кризиса в Южной Америке и Испанской метрополии. Иными словами, в ЦИВе настолько нет никакой внутренней политики или механик революции, что Боливар просто не мог появиться в ней хоть немного логично. А представьте, если бы в ЦИВе можно было бы специально по ходу расколоть Испанию настолько, чтобы под лидерством Боливара от нее откололись города одного неродного для Испании континента. Но в ЦИВе даже нет колониализма как политики. Как и реформация, колониализм не был бафом для мировой истории. Это были вполне кризисные события, значение которых нельзя оценить однозначно, как просто новые технологии и курсы политики. В-третьих, само решение сделать одну линейку прогресса для всех, конечно, забавно. Ведь прикольно посмотреть на доисторическое прошлое государства, которое в мировой истории появилось значительно позже. И также забавно посмотреть на коренных американцев, которые косплеят наполеоновские войны. Но знаете, древо технологий противоречиво. Кажется, разработчики не думали, что это важно, но в этой партии мы открыли реактивные бомбардировщики раньше, чем авиацию в общем. Могли бы открыть и книгопечатание раньше письменности. Попробуйте поискать сами, таких примеров можно найти много. В-четвертых, это, конечно же, условности времени. Ну, вероятно, вы слышали об этих знаменитых войнах, которые длятся тысячелетиями. Или осаду Лондона длиной в 300 лет. Вы только подумайте, Александра Македонского отделяет от Троянской войны примерно столько же, сколько нас от времен Ивана Грозного. А знаете, сколько это в ЦИВе? Несколько ходов. Сколько же всего произошло в истории за эти промежутки? В ЦИВе же просто всего-навсего изменились показатели госбюджета.
Опять же, все прекрасно понимают, что это игровые условности, и что без них не обойтись, когда игра затрагивает целые тысячелетия истории. Но тогда и не надо говорить о каком-то историческом опыте в игре, где атомные подводные лодки могут атаковать противника на суше, когда сами лодки находятся на мелководье. Что ж, ждем ваших объяснений этого феномена в комментариях. И надеемся, такого обзора неисторического характера Цивы вполне достаточно. Но знаете, сейчас это не совсем минус игры. Ну, вернее, уже не минус. С последними обновлениями Цива переворачивает его в достоинство. Давайте попробуем объяснить. У цивилизации всегда был бесспорный плюс. В ней всегда был мощный конструктор геймплея с большим количеством опций. Мы указывали на это, когда говорили о стартовых условиях партии. И, видимо, Фераксис признали, что исторические каноны мешают им развивать главное достоинство игры – вариативность и опциональность геймплея. И вот мы с вами прямо сейчас видели партию, где какие-то оккультные парни в капюшонах приносили солдат в жертву прямо под активным вулканом, чтобы потом вызывать катаклизмы на врагов на фоне летящих ядерных ракет и метеоритов. Да это же круто! И вы можете играть с этим и играть без этого. Что же мы имеем в виду? Другие стратегии навязывают вам свою игру, и вам придется играть по их правилам, чтобы победить или хотя бы выжить. В случае же с Цивой все наоборот, тут вы сами решаете, о чем и какой будет ваша следующая игра. Хотите ли вы заниматься менеджментом показателей туризма? Да, вы можете взять условную Францию и гонять археологов на раскопки по местам вашей истории. Хотите ли вы тактический пошаговый симулятор наземных или морских сражений? Да, возьмите того же Боливара и наслаждайтесь тактикой с расстановкой генералов, воздушным десантом и грабежом караванов и побережий. Хотите ли вы градостроительный симулятор? Ну, возьмите Англию и стройте торговую империю, или отправляйтесь в космос за Японию. Хотите батл-рояль? Тогда зайдите в мультиплеерный режим Красной Смерти. Хотите получить почти магические способности по изменению мира? Тогда попробуйте повторить нашу партию. Что ж, а теперь мы хотим узнать ваше мнение об игре и о нашем ролике. Мы будем рады вашей реакции и предложениям в комментариях. Теперь же, когда наш предварительный разбор Civilization 6 вроде бы подходит к концу, мы бы хотели знать, какую игру стоит рассмотреть дальше. Как вариант, можно взять другие глобальные стратегии, в частности Crusader Kings. Или можно попробовать взять игры жанра RPG. Например, мы уже давно хотели рассказать о Divinity Original Sin 2. Если у вас есть идеи касательно следующей игры, пишите об этом в комментариях. В будущем мы добавим в этот процесс больше интерактива, но на сегодня это все. До следующего раза здесь, на канале 4X Delayed.